себя, экономил семейный бюджет и при этом оставался самым счастливым ребенком на свете. Одним словом, детство удалось. Видимо, я в 5 лет занимался не тем. Солдатики, машинки и конструкторы сейчас явно не в моде. Вот экскаватор — это настоящая игрушка. Теперь вместо песочницы родители будут брать детей в крупные холдинги на строительные объекты. И правда, зачем тратиться на пластмассовый конструктор, когда рядом можно вырыть теплотрассу? Главное только соску не забыть. Пока в развивающихся странах на шприцах тренируются, тут уже во всю практику осваивают. Вот что значит дети Индиго. Только они могут родиться в правильном месте. И пусть ребенок еще не выговаривает экскаватор, зато он имеет разряд по его управлению. Я поздравляю папу этого малыша. Зря времени терял. И погребок вырыл, и ребенка занял.